Эхо Всегалактического собора. Так можно было бы сказать, но почему бы и нет. Но можно было бы сказать, если забыть об адекватности. Если забыть об адекватности, то можно говорить что угодно. Таких много. Контактеров, Плеяды, Сириусы, кому-то что-то шлют, послания. И думаешь, вот это дичь, вот это дичь. Конечно, дичь была. Больничка плачет, вернее, больничка ждет. Но тем не менее, под постами там лайки, значит, то есть соратники, там собираются группами. Ну, под всякой лабудой люди кучкуются. Вот. Ну, технически, конечно. А вот технически, то есть собор Талисман 747, это сайт. Книга, артефакты. Всегалактический храм, можно сказать. Вселенский храм, всегалактический. То есть, поскольку он в сети, пусть сеть и земная, но это информационный портал, сайт это информационный портал, теоретически он может транслироваться, это не здание какое-то в каком-то месте, то есть каждый на планете Земля может посетить этот собор, храм, talisman747.ru, как и, наверное, любое существо во всех мирах, теоретически это может посетить. То есть можно говорить, что это все галактические. Безусловно, технически все галактические. Вот. Но если быть адекватным, то, конечно, нет. Неизвестно. А если быть адекватным, то неизвестно. Подобные утверждения – это свидетельство неадекватности. Неадекватности. То есть о неадекватных, как оказывается, достаточно в сети. Ну и не только в сети. В жизни. Сети не проявляются. Вот если бы не было интернета и сетей, то есть именно социальных сетей, то было бы даже неизвестно, сколько неадекватных людей. То есть многие неадекватные, они не пользуются сетями, но как бы не пользуются, то есть их гораздо больше. Но многие и пользуются. Но так вот, если как бы не было сети, то, ну, не пользуются. Ну, типа, знаешь, что вот какие-то неадекватные люди с кем-то там контактируют, принимают послания от инопланетян на белом глазу и на чистом глазу, рассказывают там. То есть такой лободы много. Да, к сожалению, инопланетяне каких-то технологических прорывов, технологии не засылают, различные двигатели, что-нибудь такое, вакцину бессмертия, нет, такого что-то им не говорят. Говорят, как надо жить в мире и добре. Да, особенно такие есть послания там славян. Вот думаешь, ну да, вот именно как бы, именно славян. Как бы, то есть сразу понимаешь, чем попахивает. Националистическая такая подоплека, ну и как бы просто люди походу собирают на эту иголочку с ниточками соответствующих персонажей, потому что в итоге-то, конечно, в итоге что, собрать как-то денежку покачать за членский билет или за что-то собрать, вот. Мы поговорим о делах земных, житейских. Интересные дела творятся, да. То есть сразу три. То есть уже давно, как-то в развитии. Хабаровск, Беларусь и отравление Навального. Соцсети, ну не все, но как не все. Смотря у кого сколько друзей, каких друзей.
Ну, пестрят и отравления, Беларусь много, Хабаровск уже меньше, да. В России больше говорят о Беларуси, о тех протестах, потому что там они как действительно как зеркало. Там в столице люди выходят по 300 тысяч, не в Хабаровске. Хабаровск замалчивает, как бы так, типа ничего не происходит, но тем не менее происходит. Тем не менее люди выходят. То есть это все пока не перекидывается, не на, ну как, в каких-то регионах тоже кто-то выходит в поддержку Хабаровска, в поддержку Белоруссии. То есть происходит определенный целый спектр, то есть это хитросплетение событий. Хитросплетение. Это не взрыв Бейрута, мало кого волнует на самом деле. Кого он волнует? Да, ну, взрыв Бейрута пахнул так, что да, мало не показалось никому. Вот. И как да, случайность, конечно, но все совсем связано на самом деле. Есть такая теория. Все совсем связано. Там владелец судна, который привез селитру, россияне, то есть как бы да, не обошлось без России. То есть слово Россия, маркер, как маркер, не обошлось. То есть это как бы не заговор, не то, что специально, а случайно. Это все случайно, случайности не бывает, случайности закономерны, если так рассуждать. Про взрыв Бейрута недолго говорили. Вот, а про Минск говорят, а усатый таракан с автоматом, и вот думаешь, что... То есть интересно, конечно, интересная интрига есть. Хроники будущего. То есть если сказать сейчас, многие так предлагают, так давайте, какие ваши прогнозы на события в Беларуси? Потому что на события в России, как бы, что Хабаровск распространится, шансов как бы очень мало. То есть букмекеры, не знаю, вряд ли принимают какие-то, хотя на что только не принимают букмекеры ставки. Ну это кажется маловероятным, что что-то из этого серьезное выйдет. А вот в Беларуси... Тоже кажется, что захлебнулся процесс, не захлебнулся, но там серьезно, вопреки здравому смыслу, вопреки логике, вопреки представлению о Беларуси, люди выходят и выходят. Много в центре, там забастовки, 5-10, завезли телевизиончиков из России. Завезли телевизиончик из России вместо местных. Восхитительно. Думаешь, вот это да. Может быть, лучами облучают западные спецслужбы. Прочипировали уже, чем-то накормили. Но это все... Из разряда, это пусть Михалков расскажет про чипирование. А что интересно, например, в соцсетях смотришь, столько дядек и тетек, которые прям говорят, да нет, это все, что типа хорошо, чем нам батька не нравится, ну, усатый таракан, чем вам не нравится мне, что такое мне? Думаешь, ну, то есть как бы, то есть не понимают, как бы люди, ну думаешь, то ли люди, то ли кремлеботы, то ли проплаченные люди, ну очень много активизировалось таких проплаченных, или ватноголовых, и про Навального, ну какое отравление, как бы, и усираются, и оказывается, что нет. Думаешь, ну да. Но нет, мы Наталья и все.
Езжайте куда хотите, нет, ждали. Вот и все, как бы. Фокус не удался, одно неловкое движение. Одно движение достаточно, чтобы понять. Чтобы понять. А нет или да, уже не важно. Сразу врачи не отдали, все, как бы. Неловкое движение. Факир был пьяный, фокус не удался. Кому надо еще объяснять? Ну, кому-то объяснять надо. Для этого есть люди с аудиторией. Вот они и объясняют. Ну, объяснить что-либо ватноголовому, это практически нереально. Практически нереально. Какой-то части, кстати. Хотя, то есть, которая не проплачена, обычные люди им начнут рассказывать другое, они поверят в другое, во что угодно поверят. Но много проплаченных, деньги-то выделяются. То есть это шневатноголовые делают, блядь, не скрипоносцы делают картинки, мемы, какие. Это делают профессионалы. То есть профессионалы делают что-то про режимное они делают, запускают, блядь, и раскручивают. И потом всякие ватники, блядь. Скрипоносцы это репостинг. Ну понятно, что это не скрипоносцы сами делают. Это делают проплаченные структуры, то есть оплачиваемые специальные структуры. Какие-то специальные люди, да. Специальные люди. Вряд ли на общественных началах вот прям нравится нам такое, придерживаться такой точки зрения. Потому что есть точка зрения адекватная, есть неадекватная. А люди, которые более-менее что-то могут нормально делать, ну, скорее всего, неадекватные. Хотя не факт, конечно, хотя не факт. И вот такого, блин, давно такого не было, да, как сказала одна известная личность, там, женщина, да, именно Сергеев, не важно. С такой активностью в Кремле Ботов, говорит, не помню, с 2014 года. То есть это Крым. Вот сейчас такое обострение пошло. Активизация, да, смотрю, много, реально много. Типа провластных каких-то людей, как оказалось. То есть вроде было мало, то есть не так было в ленте заметно, сейчас прям заметно. То есть, потому что в ленте есть люди, которые это репостят, каких-то свое пишут, блядь, и репостят каких-то дядек, тетек, блядь, которые льют воду на режимы, на диктаторские, сука, режимы, как бы сменяемость власти для них это что-то, блядь, это беда, сука, блядь, а вот так все здорово, да, по-нормальному жить не хотят. Вот, говорит, все это с Запада, с Европы, блин. Ну да, блин. Хочется жить, люди хотят жить там, белорусы, как в Европе. Сложно знать, сука, мнение. Вот. Конечно, мало для этого сменяемости власти. Нужны еще и экономические модели, платформы, и мозги еще нужны. То есть, ну это первый шаг сменяемости власти, чтобы можно было выбирать людей с разными платформами. Пробовать первого, второго, третьего, четвертого. Кто-то да сможет что-то вдруг сделать, вдруг получится. Потому что если выбрать одного, у которого не получается, у него не получалось ни 26 лет назад, ни 20 лет назад, не получается и сейчас. Вот для чего это первый шаг, это первый лишь шаг. Сменяемость власти. А если вдруг у кого-то получится, ну можно и второй раз выбрать. И третий, если по закону нормально. Или преемника от партии этого человека. То есть выбирается платформа, стратегия развития, придерживаются ее. Какие проблемы, если Меркель, как, сколько уже лет в Германии, как бы немцев, значит, устраивают. Никто не говорит о тоталитаризме, там, захвате власти. Нет. Демократично сидит уже несколько сроков. Многие сидят по несколько сроков. Не проблема, когда людей устраивает, да, какой-то определенный человек. И при этом не нарушается
Никто никому в голову не приходит, что вот он захватил и пипец, он не уйдет никуда. Нет, он уйдет, да. Если его не изберут, то он уйдет. Так просто кажется, на первый взгляд. Но даже эта простота, она в голову не помещается. Такое простое не помещается в голову скрипышей, ватноголовых. Ватноголовых скрипышей не помещается такое в голову. Что-то вдруг начнется, но это в любом случае начнется. Когда диктатор уходит, начинается жопа. Если в Сирии папа держал, то сынок как Асад, как часто бывает, уже не может держать баланс сил. Начинается ерунда, гражданская война. А чтобы до такого не доводить, должна быть вменяемость власти. Возможно, будет не очень, хотя почему должно быть не очень, собственно? Особенно, например, у России, когда под санкциями, а можно снять санкции, и будет очень, взять и снять санкции, договориться, помириться. С гениальной стратегией взял его. То есть вот на головы поругались со всем миром развитым. В друзьях там какие-то мадуры, где вот тоже диктаторы, которые, то есть люди, которые не хотят уходить, наверное, и страну не могут, со страну не могут привести процветание, и уходить, сука, не хотят. Обеспечивали поддержку определенного круга населения, то есть платят военным, в первую очередь военным, полицейским и еще кому-то. Есть определенные слои, которые действительно поддерживают. А остальным как бы ничего не перепадает. Ничего не перепадает. Те, кто не попал в круг, это им не нравится. И ничего сделать не получается в Венесуэле. В Венесуэле не получается. Хотя уже как бы практически раздвоение там. Не слышно ничего в России. Пока не слышно. Не так-то просто сковырнуть присосавшегося мне. Пиявку присосавшегося мне. Понравилось пить кровь, что-то там говорить, чувствовать себя важным. То есть, типа, деньги-то есть. То есть, дело-то, походу, уже не в деньгах. Хочется быть важным. Что, не знаю, понимают или нет эти пиявки, блядь. Что так вот он ходит, что-то рассказывает, все, да, да. И поддакивает, он чувствует себя важным. Что если уйдет с поста, что он, если перестанет быть главным, да никто его не будет слушать. Да иди ты нахер. Байки свои травить, бред, блин. Ты посмотри, до чего ты довел страну-то. Мадуро, хуйдуро, тараканы, хорек. Как могли бы жить люди и как они живут? Гораздо хуже, чем могли бы. Какие достижения в натуре? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какие достижения? Услышимся.